Здравствуйте, это канал «Разговор с Богом» и ведущий Крутов Сергей. Сегодня расскажу гадание перед Рождеством. Это 6 на 7 января. Мы пишем желание. На одном листе пишем желание, которое исполняется, то есть желание, и пишем «да, исполнится», а на втором листе «нет, не исполнится», и это же листо ложим под подушку. Хотите, проверьте и узнайте, правда ли это. Перемешиваем тщательно наши
Желания могут, кстати, быть множество. А можете сделать множество желаний также без метода просто желания и вытаскиваем тогда одно желание. Если вы сделали да и нет, то можете вытаскивать множество желаний. Вот ложим желание на подушку. В принципе, как хотите, положите. И с утра вы просто вытаскиваете. Не забудьте с утра вытащить. И проверите, точно ли это правда или нет. А кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, я буду вам рассказывать много интересного.